все рассказали. А там Бессарабка, если что. Оля, я поняла, что ты по базарам. Мы сюда идем, чач. И по чаче. Да. Ты же все согрелся, ты в шарфе. Да, это очень классно, мы же тут были. Заходь, Марин, заходь, не стесняйся. Аріка, спитай, чи може на второму етажі місто є. Здравствуйте. Что попозже? Раздеться. А там нельзя? Маріна, смотри, який красивий. Габілін? А, це не габілін, це просто дорожка, так? Да? Ну, в принципі, це символ Арменії. Взагалі, так. Так. Красивий дизайн такий тут. Подивися, як красивий. Дякую. Ви хотіли, щоб з видом на Бессарабку? Та просіку то просіку, подивися, їда, тут дуже хороша. Да, я був тут два рази, я тобі зараз покажу, що тут вкусного є. Я вже не можу смотрити. Бери меню, відкривай, подивишся. Чого, дивися, воно ілюстрировано в картинку. Ой, воно щось залипло. Там був, у тебе були тоже тренінги, там, де проходило, так? Я думав, що там. Оказывается, ні. Я був на Q8, большой бізнес-центр чорного цвета, круглого. Я тобі зараз покажу. Не тот. У мене Меркурій бізнес-центр. Я тобі зараз покажу. Это не тот. Я тобі зараз гумну. Я тобі зараз покажу, где ми були. Я був, я на конференції був один раз по ножпі ми були. Зараз я тобі знайду в Google, покажу, який. Я думав, що той, що этот, що в тебе, а то не то. Я тобі ще ж написав, сказав, Марін, це, мабуть, в тебе такий, де я був. Я тобі зараз покажу, щоб ти розуміла. Ну там теж Q8. Бізнес. Там в ньому отель IQ. Центр Київ. О, чи... І три суслика там, перед входом. У тебе не було суслика? Та ні, то не той трошки уровень. Вот де я був, диви. Ні, у нас не такой. Видиш, какой он большой. Ну тут такі ціни, Маріна. Вот, бізнес-центр. Я як випив тут кофе. Знаєш, скільки тут кофе стоїло? 100 з чим-то гривень, да? Лати стоїло. А там капучино 75 гривень. Ну то тут я був в бізнес-центрі. Очень горик. Я думаю, остатки кофейного производства Робуста 100%, и при том сгоревшая еще. Но это ж на большой количестве. Пенка стояла хорошо. А сколько у вас было людей? У нас? Конкретно в нашем было 20 человек. Это для Запада. Это много, 20 человек. Тренинг по психосоциальной поддержке. Именно нас обучали, как уже. Мы дальше уже обучали у нас в регионах. Це вони оплачували і дорогу, поїзд, все за їхню да, счет. Так, зараз я, звісно, за їх счет не поїхала, тому що я залишилася ще на день, як вдома. А, вони вже поїхали, а ти осталась? Вони вже поїхали, я осталась. А завтра поїду вже, завтра, ну, я поїду вже в дурдом на роботу. Мама, це... Это... Маріна, вибери щось Нет, собі. Ні, я просто говорю, що... Хоч що-то візьми. Я дуже... Маріна, візьми хоч щось. Ні, ну грузинська кухня, вона цікава. Тому я можу просто щось продегустувати, але спеціально... Давайте, мама, чекали. Соус, аквазаркалі, і побільше. Я хочу. Так, давайте, і тут, і тут. Аджикай. Так, і от це таке длинне, красиве. А я вже готовий люля-кебаб, так, без пропозиції. Дивіться, вам свинина, яловичина, баранина... Ти бачила, Кері, ми попали хорошо сьогодні по 50 гривень просіку. Ні, баранину точно не треба. Давайте. Помните, как вы в прошлый раз? Ты будешь? А, да. Я буду с тобой просеку, да? Попробуй, Игорь, да. 50, а что это? 50 гривен. А, я хочу. Карине не повезло нам. Да. А что за просеку у вас? Яловичный бульон с мясом, чесноком. А, на вас не просеку, скажу.
Це, мабуть, такий бульйон без якихось салат. Я думаю, на смачненьке. Давайте спробуємо вашу спецпропозицію. Добре. Всім так покали. А ти салат, да. Що ти будеш? Да, я буду салатик. Сейчас. Де тут салат вкусний, що я їла? Що ти брав тоді, візьми. Вот он, з креветками. Вот этот я буду салат. Да. З креветками. Mm-hmm. Марина, суп никакой не дорожий. Я на самом деле. Я бы хотел вот этот суп. А вот этот яловичиный с мясом, тут картошки нема? Нет, там только бульончик. А какой вы можете посоветовать? Не острий. Помірміться, дуже смачний з морепродуктами. Але туди додається винний оцет. Але в поєднанні з морепродуктами це смачно, в принципі. Якщо ви поміряєте морепродукти з кислинкою. Ні, оце так буду хашу. Все. Подождите, а є у вас гарбузовий? Маніна, ти вибрала хоч щось собі? Візьми салат. Я не можу. Я вже сьогодні з'їла три салати. Візьми з собою. Вот, вот, я там пишу, не надо, це з морепродуктами. Ні, я не буду з морепродуктами. Ще давайте хімкалі з білими грибами. Маріна, візьми щось собі, тут дуже вкусна їда. А ні, то просто зробити. Хоч курку. Що тут є, може бути? Ні, курку не хочу. Що-то таке, що характеризує іменно цей ресторан. От ми якраз заказали. Що-то небольшое, тому що я... Це все ви поняли, в стол нам. Так, чотири штучки. Добре, давайте з холодних закусочок. Дивіться, баклажани з горіховою начинкою. Це грузинська страва. Вона холодна, поливається ще гранатовим тюлі. Як вам таке, ні? А дивіться, є ще сирний рулет. Це кіпчалія називається. Маріночка, візьміть от этот салат, который брал Николай. Он может, очень вкусный. Вот этот не хочешь с креветками? Очень вкусный салат. Будешь? Да, смачный, с креветками. Авокадо, креветки. Марина, хочешь что-то именно грузинское, интересно. Ну, тут дерево, да, это не грузинское. Салат в Тбилиси есть у вас? На классический, да. У нас на хумусе він. Дивіться, телятина, свіжі овочі, зелень і на хумусі. Гранат? Гранатом посипаються, так. Ні, будь ласка, вам в Тбилиси, да. Хорошо, Коля? Це можна йти роботи, Марина. Напитком. Ну ми ж заказали. Просекко так. Я не буду. Будете? Сказали 4. Ні, ну, пускай ну хорошо. Да, 4 просекко. А глінтвейн не бажаєте спостувати? Ні, лати. Вам лати, ви безалкогольні. На гарячому молоке. Хорошо взбілі, так що пінка була більша. Вони так, все готується. Дякую. Ні, дійсно неплохо. Если бы нас бы не гоняли бы из этих... Ой, горяченько. И мы бы раньше бы вчера закончили тренинг, мы бы еще бы вчера... Ну, Марина, попробуй хоть кусочек комплимента. Потому что из-за вот этого начала в подвале, вот этого вот, все, у нас задержалось. Оль, твой суп. Хаш вам, так? Чи вам? Вот. Не мне. Спасибо большое. Ой, я уже думаю, ложка. Оля, а ты знаешь, что такое хаш вообще, как его готовишь? Хаш, это вообще армянская пища. Плохо готовишь? Нет, ты знаешь, я перчатка. Нет? Это очень там насыщенный бульон, да. Тут говядина. Да. Варится. Да. Вот это чесник, тут кетсак, перец цицак, он маринованный. Острый перец, это лаваш. Спасибо. Это все нужно добавлять. Можете добавлять по смаку, да. Смачного. Спасибо. Ложечкой, да. Марина, будешь цей лавашик? Я не могу. Нет, Оля, этот лаваш... Можно сейчас я расскажу? Подожди, Оля. Сыри, в этом, это же национальное блюдо. Да, у нас в ресторане, в нашем тоже делали хаш всегда. Хаш едят по утрам. Перцы. Я его взял только из-за того, что тут говядина, я захотел говядины. Этот сухой лаваш крошится в этот хаш. Да, у нас папа делал по утрам хаш. Я не хочу с лавашом. Собирали всех друзей. Это блюдо на все праздники. Чеснок. Оце хорошо, зелень, чеснок. Будь ласка, салат білий. Дякую. О, Маріні, який красивий. А може, ми поставимо в центрі і будемо как-то пробувати? Ні, Маріна, кушай. Салат білий сок, а? Так, салат з креветкою. Да, вот це вам, так? Ні, це вот надо. Вам соусом поливати? Це дуже вкусний салат. Поливайте, так. Це салат, але дуже вкусний. Обречённо поливаете? Как сезонное меню, так сезонная посуда. У меня это подача. Я думаю, может быть, мы будем пробовать все, потому что разные как салаты. Это я не люблю, вот это. Да, потому что я просто боюсь. И перец тоже острый не буду. Я просто супочку. Добрий вечір. Мене звати Тетяна, я директорка цього ресторану. Значить, я Тетяна. Обрали саме нас. Спасибо большое. Бажаю вам бажання з тим смачним експертом. Я хочу ще прорекламувати ще один наш заклад. Давайте, покажемо. Він знаходиться
Бізнавська площа 1, буквально через стіночку вичачу. Я хочу вам запропонувати зіграти в лотерею. Тут картки номіналом від 200 до 1000 гривень. На перший ваш візит. Є 1000, щас виберу. А там точно є 1000? Ну, точно. А ну покажите пальцем, где я выберу 1000. Он шулер, понимаете? Он сейчас разорит ваш новый ресторан. 200. Марина, ты точно 1000. 300. Ого. Я стою дороже, чем ты. Сейчас, минуту. 300. 1000 точно здесь есть? Кэрри, это не про твою честь. 300. Спасибо. Спасибо вам большое. Это судится. Вы можете на номиналом цифру разрабатываться. Это как депозит, так? Дякую. А до какого? До нового года? До 15-го. До 15-го. Марина, я тебе твои 200 выдаю. І тебе буде 500. Вам спасибо, дуже приємно. Мені дуже приємно. На пів бутилки. Спасибо велике. Бажаю вам гарного настрою, приємного. Навзаєм. Приємного... Дякую. Дуже дякую. Ми к вам часто приймемо. Ваші дівчатки наші знають. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо вам. Дякую. Спасибо. Ну, мені був повод приїхати ще раз. Даже не на Україну. Да. Раніше я думав, боже, это я так долго все. А сейчас вот как-то раз сели. Эти говядинка, бульон. Чесночок, кинза. Я это очень люблю вот такое. Сажусь в поезд утром, я уже в Днепре в 7.30, понимаете? И, то есть это можно делать каждый, ну, пока я не работала в дурдоме по выходным, то есть я могла ехать каждый выходный. Теперь мне надо днем, ну, в обычные дни я в Красном Кресте, я обожаю кинзу. Я в дурдоме. Я кинзу очень люблю. Очень вкусно. А, это, да? Там прямо вот лежат много людей. Они ты не что такое работать, Кэрри? А, они, Кэрри, ты слышишь? Это интересная войны. Для тебя тема, ты же любишь. Шизофрении. Время войны, туда второй. Ну, благотворительная организация «Слайм». Ну, такой, там, Франков, да? Это взрослые все или дети? Все взрослые, но, к сожалению, развитие детей. Но с ними тяжело, да, очень тяжело. Ну, мне, вы знаете, такая была ситуация, когда мне предложили туда прийти, но на выходные, думаю, или я куда-то еду тратить деньги, да, на выходные, или я иду работать, и, ну, по крайней мере, я не потрачу свои деньги на выходные. Ну, и мне, когда предложили, женщина, которая предложила, говорит, давай я с тобой останусь, это круглосуточно. Я прихожу в пятницу, в понедельник утром ухожу, сюда иду прямо в Красный Крест на работу. Нахожусь там круглосуточно, и там нету охраны. Я в эту еду, даю выписанный психиатром лекарств, ну, то есть полностью нахожусь там одна с ними. Ну, давай я останусь с тобой. Тебе не страшно было? Ты посмотришь, ты как ну, смотришь. Первый раз. Потому что люди больные, они не, ну, тишины нету, они на своей волне. Это... это очень тяжело. И она говорит, давай хотя бы тебя с ними познакомлю. Она говорит, в комнату говорит, вот это Марина, ты ее кровать. Это кровать, тут еще есть Надя, но она рассказывает, что она куда-то поехала, говорит, в Испанию. А вот там на лестнице выходит девушка, говорит, это Ирочка, она постоянно все время моет. Тут меня порвало, понимаете? В одной палате Марина и Надя, понимаете? Вот Надя постоянно говорит, вот эта, которая постоянно возится с мокрыми тряпками, это Ирочка. Я только сейчас понял, да. Я смеюсь, они не понимают, даже эти психи, понимаете, вот они представили, это вот Марина Александровна, она, и я вот эта женщина, которая мне все говорю, идите домой, я останусь сама, я согласна. То есть я поняла, что это мне, вот это вот еще, вот это. Да? Боже, я сначала не влюбился. Тогда мне рассказывали, что я пишу диссертацию по психиатрии, да, вот зачем мне все это надо, я поняла, что это судьба, ну, еще один вот этот урок, все, идите, я остаюсь. И это так вот у меня... Это был первый день на 7 апреля, да, на Благовещение. То есть никто не понял, потому что никто не подозревает, ну, как бы, почему я смеялась. Ну, вот так вот я и работаю, в общем-то. Поэтому, когда мне пишут о дедушек в турзуме, уже все прекрасно принимают. Да. Спасибо, Марина, за твой труд. Да, знаете, что я вам скажу? Наступит время, когда...
каждому задают вопрос, как ты жил во время войны, что ты делал. Нужно будет дать ответ, в первую очередь себе. Да, конечно. Да. Поэтому я была волонтером Красного Креста, я была волонтером этой организации, которая содержит вот этих вывезенных людей, да, с психическими заболеваниями. У них свободный вход, выход. Конечно, у них закрыли же у нас в стране психлечебницы, да, закрытого типа, потому что где-то есть, а открытого со второй группой. Но они не могут находиться, сами готовить еду. Они агрессивные. Если принимают лекарства, то нет. А там видно, да. Знаешь, как... Так, ну, мы занимаемся с ними арт-терапией, они пишут картины, ходят в кукольный театр, их возят в Буковель, понимаете, их повезли в Буковель, а я осталась одна в доме. Так жутковато было, я вам скажу. Ну, Марин, давай положу, потому что не будешь... Да, немного. Так что все туда попало. Ну, салат велись. Так вот, ты понимаешь, я боюсь, что нам бы не пришлось в этот метровый люля-кебаб с двух сторон обсасывать. Ну, Марина... Знаешь, как ты встретишься? Вот он красиво, где-то встанет, да. Здесь. Встань. Гарик, ты что? Марина. Это Карина. Мы встречаем заказала. Марину. Марина, кстати. Карина заказала, она знала, наверное. Ну все, Марина. Дело в том, что... Давайте рассмотрим. Свечи будете? Вставай, я обсасываю. Сейчас все подожди. Марина, просто скажите, почему метро? Вы что-то имели в виду? Буцермат. Ну, Мальтер. Нет, вы просто Мариночку ждали. Так. А The Fire Show? Свечи просто? Так, я думаю, ви зараз тут коньяком замете, як тут палити, думаю, щоб... Боявся, щоб солома це не спекло. Картошка, помідорчик. Скажіть, будь ласка, його як їсть? Он поделенный или он просто вырезанный? Он трешечкой порезанный, але не на маленькие шматочки. Берете, режете, берете, достаете. Если кто сколько отхватит, ну, это свадебного каравая, я так понимаю. И лук. Так, и салатик. Это я сейчас буду есть. Вот это дополнительный столик у нас останется? Там я буду вам узнать подавать, да. И залышу вам, добрый? Да, хорошо. Ну, возьми бокал с... С вашей метровой цей, мене тут все порвалось вперед. Ты слышишь, что сказал? С вашей метровой цей вы мне тут все порвали. Оля, вот скажи мне, пожалуйста. Не жду, когда ты обсасывать будешь. Ты сказала? Я понимаю, что работаю в дурдоме, и подобное для меня, как бы, ну, подобные речи, я знаю, как с ними разбираться. Вот картошка и запеченный. Это такой червоненький, мордового схожий, это сливовый, та аджика. Дякую. Марина, давай, бери картошку, бери м'ясо. Гарик, помогай Марині, бо вона стесняється. Це Карина заказала. А ви, як думаєте? Скільки? Восім. А ви? Сім. Ну все, давайте будемо перевіряти, скільки у нас сьогодні діток. А хто виграв, тому приз? І що у нас лишили? Чекали. Ну скільки? Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Я сказала. Ну, все равно багато родина і гроші. Вот ти тепер 5 і з'їш. Зелені посипаємо? Спросите у всіх. Ні, Николай не їсть зелені. Перчу? Ні, що, зелені буду, перця не буду. Я буду кінцем. Травичку. Але я не буду хінкалю їсти, там тісто. Одну з'їм і все. Зелень хороша, я люблю. Ти не любиш зелень? Я люблю. Страшно почити з куркою та грибами. Я тільки перець не люблю, острий. Все, дайте без перця, да. Я зараз доїм супчик, бо я не можу суп доїсти. А що ти таку дирочку маленьку зробила, Маріна? Вона нічого не вийде, чи там нормально. Зробай побольшу дирку, щоб було звідки витікати нормально. Витікати нормально не від розміру дирки. Як ви тут скучно жили, розумієте? Маріна, я б тобі показав, а це з чим ви їли хінкалі? А вибереш? З білими грибами і курицею. Я оце теж. Маріна, дивись, як треба, я тобі щось покажу. Маленьку дырочку робиш. Давай, робиш здорову. Оля, у тебя рот намного больше, поэтому дырочка. Бачиш? Марина, все очень просто, надо просто рот шире открыть и все. Ну, больше, чем он есть, я его не открою. И главное не размер, а вот так, как ты им пользуешься. Поэтому...
Судя по тому, як пользуєшся, ти просто любиш розтягувати удовольствие. Не понял. Разве кто-то не любит? Ну, хорошо. Раз, два и все. Давай, Кэрри, шоколад хочем подавить. Сегодня приобрели дубайский шоколад. Все пробуют, а чем мы хуже? На Бессарабском базаре? Только это не за 1000. Да. За 600. 650. Да, потому что за 1000 чуть-чуть больше. А знаешь, где мы купили, Марин? Помнишь, мы в Днепристубе заходили в Стерне Королевство? Так там? Да. Так у нас во Франковске тоже есть. Что а мы просто я даже... Я посмотрю хоть почем. А мы даже не знали. Кэрри, мы купили... Шипайте. Нет, Кэрри, ты первая. Сколько? Ты же уже была обмазана шоколадом. Она на шоколадку уже не съела. Дело в том, что Николай зашел туда купить сыр. Кэрри уже перед выходом спросила, есть ли у вас... Зеленый, как и в дубайском. А что там внутри? Так так должно. Это вот это тесто. Вот съешь, пожалуйста, ой, господи. Мы его едят арабские шейхи. Мы его случайно купили, потому что Кэрри перед выходом спросила. А можно американо? А что это, фисташки? Фисташковый крем. Один американо. Фисташковый крем, да, и вот это вот тесто, которое в восточных сладостях. Ну, ну, не умереть не фисташки. Вафельный торт. А ты знаешь, что делают софийские борщаговки? Знаешь, где делают софийские борщаговки? Короче, вафельный торт. Нет, может быть, там есть вафельный торт. Софийской борщаговки случайно не Назар делает? Слушайте, а посмотрите, тут же наш штрих-код 48. На том-то и нет. Отделка. Ну, да, Киевская область. Ну, он топтает будет. А что здесь вкусное, например? Как, что, наверное, банкой? Мы подделку купили. Нет, нет, вот если бы за 1000 гривен был бы натуральный, а за 600... Знаешь, что такое внутри? А как будто сюда взяли вот цей драник, запхали жареный с картошки, знаешь? Где руны вот эти? Попробуй, просто вкус один раз попробуй. Марина, вот есть что-то такое? Есть что-то вау-вау? Кстати, Кэрри, ты зря смеешься. Я помню, моя мама всегда... Ну? Ни о чем вообще. Моя мама всегда заказывала, ее подруга жила в Харькове. Заказывала всегда харьковский шоколадный торт. Там очень вкусно. Марина, он сколько привозила? Его даже до сих пор делают. Да, потому что рецепту. Да, вот это вот, Делис, вот этот. И магазин вот мы хоть и бомбили, но он работает. И торт вот такой классный был, твердый, типа вафля, такой да, хороший. Вот это, да. Ребята, хочу сказать, это вообще ни о чем. Ни о чем, ни Делис. Не тратьте деньги, ни в коем случае. Ни о чем, серьезно. Ну, видите, рекламная кампания «Дубайский да, шоколад». Вот тебе. За такие деньги вот как может продать... Просто, может, это действительно... Да я вам сразу сказал, там написано «Софийская борщаговка», какие это шоколад. Цепура, все это, да, ну, это мы же в Сырном Королевстве покупали, нигде так, попало. «Дубайский шоколад» — это вот рецепт, я не знаю, что вы должны делать. Конечно. Его сейчас рекламируют, что его дома можно сделать. Кэрри каже говно, но сама ще дивиться на шоколадку, отщипує той останній кусок з таким взглядом, знаєш, тіба, більше я тебе не з'їм. Це тобі треба було бачити. Не, тому що у нього це просто неділя без сладкого, думаю, хоч воспользуюсь моментом. Вона першу шоколадку з'їла тут дубльонки, розумієш? Обмазалась в темноті. Кэрри, ти потім подивишся. Це взагалі? А Гарік замітив, розумієш? Тому що не дубайський, а вот так. Треба було протереть. Шоколад неплохой. Ну, скажешь, ну, очень... Ну, вот это, чтобы сказать, что 1000 это стоило. Они вот все это какой-то жесткий, вот эти жесткий, да. Тишины. Шоколад очень быстро, кстати, в руках тает. Это, значит, настоящий шоколад. Потому да, что масло какао, да, потому что он должен плавиться при такой температуре. Шоколад качественный, а вот дубаи подгонят. Смотри, как шоколад. Хорошо, Карина, еще. Марина, ты все попробовала? Да. Метровый кебаб закусила дубайским шоколадом. И через маленькую дырочку что-то высосало. Травы ты мне напихал, понимаешь? Это была кинза. Марина просто супер. Не сожгли люстру, поэтому все хорошо. Не забудь креветки из холодильника. Хорошо и ресторанно. Ой, добрый, вы уже забрали их? Нет, они там. Подожди, еще с собой. А, Марин, ты ж не брала це. Я уже высосала одну, понимаешь? А тут наугад надо пробовать. Ты хочешь, чтобы я макала в просеке? Ну, это же Гарик тебе специально взял тут с другим вкусом, Марин. То есть я должна там лотерея тут наугад, же, что попадет. А який тут с чем? Там 4 вкуса, там... Ой, все, свинина. Все, ты его разорвала. А там... Что это за шляпа? Зонтик. Тебе попалась шляпа. Будем считать, что это фонтан.
Ні, ну ви не можете давати. Та бери нормальний ціни. Та держи, я другою вже не їжу. Їжи крепко, я, ти ж тісто, говориш, не їжу, я просто. Їж м'ясо, тоді. Маріна, візьми нормальний цілий. Ну що ж ти смішна? А то, мабуть, попався з грибами. З грибами. А ти думаєш, этот не прилип? Это з грибами попався. Ти вже їла такий. Що ти? З грибами, да? Візьми один цілий нормальний. Зараз, подожди, я буду второй. Та що ж де тут 3 кілограми тарілка важить взагалі? Да. Бери бігом, я ж на одній руці держу. Видиш, вони не повинні так склеюватися. А що так відбувається, смотрите? Горячий потім, треба було їх розвернути зразу, кладати на мойку. А що це за конфетка? Короче, Марина, тобі везде. Не до батьки ще пробували? Видите, смотрите, що відбувається. Так, воно по-другому не буде. Вони, коли остивають, надо сразу тесто з тестом лепиться. Видиш, на тому що Аноночка нас не предупредили, ми не в курсі були. А нельзя микроволновці розігріти? Не надо, я вершу. Завернете обратно, ми заберемо. А мне дали комплименты, что шоколад. А это другая начинка уже. Зато начинка вкусная, Марина. Четыре вида. Так давай я тебе сразу открываю начинку, поешь одну. Получи, пожалуйста. Не, ну да. Хоть попробуешь. Ну а что? У меня уже две фаты есть. Ну а пей так, это шоколад. Ну да, они все так, они уже все склещились. Николаш, перший раз такого, ніколи тут такого не було. Красиво виглядає. Не було, звісно, не було. Я в прошлый раз теж пам'ятаю, вони стояли прекрасно, ми їх брали. У Маріни рози, рози на тарілці. Ну, бачиш. Маріна фату вспомнила ту білу. Свадебний букет. Вкусно вже. Я оторвалася, вона її носила. Ну, само собой поднялся тост, его Марина озвучила. Давайте выпьем за Николая. Она Сташа подарила ему маленькую валиску, и у него так и получилось. Ну давай, Николай, желаем давай, тебе. Мечты сбывались. Все мои пожелания сбывались. Все новогодние игрушки в этом году были тебе пророческими. Спасибо. А вы знаете, что я когда-то почему я подписалась на ваш канал, когда-то давно, я просто смотрела, да? Вот. А потом выборочно, нет, выборочно, какие-то, ну, посмотрел один раз видео, не подписывался, они стали выпадать. И выпало какое-то видео, какое-то новогоднее, старое. Я бы просто сейчас, даже никогда бы не затронула эту тему, если бы сама ребенок там не сказала бы это видео. Вот он какие-то просто новогодние пожелания, и он говорил, что-то вот нам бы я бы хотел бы, ну, пожелать, чтобы вот, ну, свою там мечту, как-то в этом свою мечту, чтобы у нас появился путь. Я как начала смеяться. В этом году, а смотрю по видео раньше, вот, и в том году, который наступил. У них появляется путь. А дело в том, что называли пупсом, понимаете? Олю. Пупсом. Вот, ну, в комментариях везде. И, знаете, вот этот фильм, как это вот был, «Чародей», да, где я хочу, чтобы ко мне вернулась Алёнушка. И, знаете, кукла Алёнушка, корова, это тоже Алёнушка, конфета Алёнушка. А вот ты вот мысли свои формулируй правильно. Да, чётко надо было пронести. В этом году они познакомились вот мы с Олей. И союз, понимаете, что я подписывалась. Это всё, понимаете? Вот он, главное, Вселенная слышит, ты правильно пупсом появился, понимаешь? Он переехал, они подвигаются, они запустят, он переехал, то есть его просто называли пупсом, не у вас на канале, а в комментариях. Серьезно, я даже не знала, что типа это. Я, если найду, то это какое-то прошлое. Да. Но они хоть видят, что пупс уже не пупс. То есть, и вы знакомитесь с Колей, он поступает в институт. Отказывается в бюджетах, не приезжает в рукавичку свою. Вот, при том, что Нина, вот моя вот эта мысль, она предлагала Коле, значит, у меня Коля там учитель, студент, ее приятельницы, которые ехали за границу, на обороне квартира, говорит, они могут идти за 6 тысяч символически, трехкомнатную квартиру, сдать, как бы, они не сдают ее, но просто кому-то своему, может, чтобы вернуть какие-то деньги за коммуналку, за предыдущие годы, что не жили. Это тоже, об этом она сказала, когда у них. Сказала, Марина. Да, думаю, если захочешь, факт того, что подарит, чтобы нам пупс. И они знакомятся, думаю, в этом году все, я на них подписываюсь. Вот все, думаю. Это вот... Мечты сбываются. Мысли материально, главное, правильно сформулировать. Иначе у вас вот это вот, понимаете, вот будете с пупсом. Нет, пупс уже не пупс. Теперь формулируйте так, что у вас теперь студент, понимаете, его надо ставить на ноги. Студент уже стоит жестко на своих ногах. Жестко, конечно, это понятно. Уже не нужно. Ему надо еще выучить. Также хотим
сегодня поднять наши бокалы за вас. Вы просто замечательные. Ну, в принципе, я в этом и не сомневался. За вас счастье, здоровье, самое главное. И пускай с удовольствием. Всем тебе в наши рукавицы, Марин. С удовольствием. Да. Це де твоя курточка, Марі? Оля, давай. Ну, скоро буде метро, Марін. Через 2 роки. Давай, Марін. Через які 2 роки? Дівчатки всі внизу. Ти ж заказав вже машину, щоб тобі подарили. Ну, зараз я допоможу. Та я розуміла, що ти безпечна жінка. Я не просто всі вісти. Я тебе умоляю. Ні, знаєш чому? Тому що всі сидять, хтось може допомогти. Ні, так не стоїть. Я привик, що Маріна самостоятельна, поэтому. Ні. Я могу кого угодно одіти, кого угодно розтягнути за 2 хвилини. Маріна, візьми ці штуки. Мені навіть психі мають слухатися. Візьми і купони, що ми виграли. Звісно. Будь ласка. Ніхто не буде. А що? Маріна, що ти можеш? Это мы сейчас перельем в одноразовый стакан и будем на улице. Зачем? Иди с ними. А Марине что не дали бокал? Я уже не взяли. Раз директор ресторана, твоя зрительница, подбирай бокал. Она сама за ними приедет. Ты дала молодому человеку, чтобы... Он сказал, все внизу. Да, давайте бы это все. Ну, в одноразовом мы ждем на входе. А вот это? Куда ты? Куда мы там уже были? Смотри. Карис пришла, там уже ж лестницы нема. Хорошо, что там все так аккуратно. Пришел бы ты на... Он так на автопилоте там пошел. Мне кажется, надо же красную ленту какую-то натянуть. Там есть красная лента. Мы первые туда. Люди же убивают, понимаешь? А там есть что-то вообще какое-то обозначение? Нет, посмотри. А, нема, просто стекло, да. Это еще одна претензия. С этим 3 бокалами шампанского, так это очень опасно. Боже, вы пойдете или нет? А вот наш офицер, который был. Да. Тигран, здравствуйте. Спасибо вам большое. Эй, я хочу, чтобы вы сфоткались с Мариной. Я не хочу. Почему? Не, я не хочу. Та ви фоткаєтесь, я пусть подивлюсь. Ти, давай, з Маріною. Та не забираю коляду. Хочете возле тележки? Давайте, ставайте. Дай студенту тормозок. Ні, я не пойду. А здесь нельзя прийти? Я потім, якщо сяду. Давай, Миколаш. Да. Марина, так за мене переживаєш. Спасибо велике. І статуса пупс ти вже вираз. Пошли, сідай. У нас так не буває. Ти хочеш сюди по дорогу. Ти хочеш посадити мене в машину? Ні, я хочу, щоб це Маріні постав багажника забирай. Кері, це теж туди. Садись, Марін. Я вперед, ти взад? Да. Сидит Гарик, ты чё? Нет. Садись! Нет, Гарик. Марина, садись. Нет. Садись, пожалуйста. Ты не скажешь, что я тебя подсидела? Нет. Я скажу, что подлежала. О боже, так захлопнул. Тяжело. Я иду с той стороны сидать. Так, Маріна, тримай, це тобі подарочок, оце синій від Гаріка, скорі, а в мене отут, де твоя косметичка. Потім прийдеш додому, розбереш. Дякую, їду я не беру. Ні, береш теж, на. Тримай, Маріна, тримай. Давай, тебе якраз свободна вторая рука. Мариночка, я що хочу сказати, мені безумно, нам безумно приємно. Очень рада, спасибо большое. Я как-то, понимаешь, это родственники из Одессы уезжают и целуют паровоз, знаешь, поэтому все, спасибо, рада. Спасибо большое.
Надеюсь, что встретимся. Я думаю, ну, конечно, встретимся. Дай Бог. Ну, я же тебе даю слово. Не раз в три года, а уже так сложилось жить, что... Вот, по крайней мере, адрес вы запомнили, людей уже было, поняли? Ну, вот, уже не потеряете. Ну, в следующий раз квартиру покажешь, а этаж? Да. Девятый этаж, квартира 73. Я вырежу. Все, Марин, спасибо велике. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Вообще, так приятно познакомиться с человеком, которого давно заочно знаешь, но я понимаю, что вот мы когда люди, которые друг друга все равно видели хотя бы, мы вроде бы уже знаем о друг друге впечатления, поэтому ну, как-то мы уже вроде бы друг друга знали, а реальное знакомство оказалось еще лучше. Спасибо. От всей души. Все, спокойной ночи, дорога там нормальная? Дорога там нормальная? Все нормально, вы же понимаете, что на меня никто не нападет, потому что я отгадываюсь от 10 собак.